Все хорошо. Держись, я тебя оттуда вытащу. Ладно, будь осторожнее и не останавливайся. Мы обязаны тебе жизнью. Все так благодарны за помощь. Мы знаем эти земли, но с каждым годом нас все меньше. Как хорошо, что ты на нашей стороне. Спасибо тебе. Я нашла ваших воинов. Они живы. Нет, не слепой случай привел тебя в эту долину, Лара Крофт. Мы мало чем можем тебе отплатить, но, надеюсь, это тебе пригодится. Thank you.
Лара, у одного из захватчиков была рация. Ты меня слышишь? Четко и ясно. Пока я тут зализываю раны, я могу следить за переговорами захватчиков. Дам знать, если услышу что-то полезное. Надя, расскажи мне о долине греха. Потомки сторонятся этого места вот уже многие столетия. Красные пытались построить там аванпост, но лишь разозлили Бабу-Ягу. Она свела их с ума. Дедушка мне часто о ней рассказывал. Она живет в волшебной избе, которая ходит на курьих ножках. И ты этому веришь? Изба на курьих ногах? Я верю дедушке. Он был в лагере, когда красные забрали бабушку и заставили ее помогать им исследовать руины в долине. Ведьма убила ее. Дед ей этого так и не простил. Ведьма? Прямо как в русских сказках? Как-то не верится. Просто будь осторожна. Непростая эта долина. От нее добра не жди. Лара, подожди, я перехватила радиопередачу. Тебе будет интересно. Что? Ответьте! Срочно! Вытащите нас отсюда! Черт! Что это, блин, такое? Оно ходит. Ну как? Что за ху... Тут явно творится что-то неладное. Так или иначе, мы во всем разберемся. Тут небольшой лагерь. Похоже, дедушке удалось хотя бы дотуда добраться. Ты уже почти в долине. Надя, по-моему, я нашла долину греха. Не знаю, Баба-Яга это или нет, но тут явно что-то не так. Будь осторожна. Это ее владение. Надя, внучка, теперь ты уже знаешь, что я ушел в долину убивать ведьму Бабу-Ягу. Я иду мстить за твою бабушку. В долине появились вооруженные люди на вертолетах. Не знаю, что им нужно, но знаю, что другой возможности у меня не будет. Ты должна знать правду, знать, зачем все это. Твой дед не был мудр. Я очень старался стать хорошим человеком ради твоей бабушки. Но так было не всегда. Я родом с Запада, оттуда, где даже в маленьких деревнях жили тысячи людей. Я был ленивым юношей, хотел легкой жизни, когда вступил в партию. Мечтал работать в удобном кабинете в большом городе. Но меня отправили сюда, на край земли, чтобы я присматривал за мужчинами и женщинами, которые здесь работали, голодали и умирали. Чтобы был частью их наказания. Я знал, что творю зло, но не знал, как бороться, пока не встретил ее.
Первый контакт с местным стариком состоялся в 7 утра. Мы сначала решили, что он участвовал в нападении, но он прошел дальше через ущелье, которого нет на карте. Мы получили разрешение следовать за ним на расстоянии и уже обнаружили руины и еще кое-что многообещающее. Мы стараемся сохранять спокойствие, но похоже, мы напали на золотую жилу. Премия за находку уже, считай, наша. Тут в воздухе витает какая-то пыльца. Цветы. Что ты сказала? Я тебя не понимаю. Что-то не так. Голова кружится. О, нет. Это... Слишком поздно. Слишком поздно. Ты не умрешь. Нет. Я сплю. Это не взаправду. Не бывает. Продолжай двигаться. Лара. Отец? Нет. Не может быть. Нет. Подожди. Постой, где я? Куда? Куда ведет эта тропа? Иди сюда. Это обман. Это не он. Отец, хватит. Прошу, не надо. О, черт. Нет, надо сматываться. В каждом мифе есть зерно истины. Просто дай мне уйти. Прошу. Нет. Нет, это не... Кто ты? Приди, узнаешь.
Аршошу, вода! Нет, это... Боже, это... невозможно! Подойди, твой отец ждет! Это обман! Нет! Нет! Да, я в порядке. Кажется. Что случилось? Ты начала кашлять, сказала что-то про цветы и пыльцу и пропала. Я уж думала, что тебя убила ведьма. Кажется, у меня были галлюцинации. Я надеюсь. Галлюцинации? Даже не растут цветы, вызывающие видения. Но их эффект незначителен. Знаешь, что это за место? Трубы, воздуховоды. Думаю, что это советское. Должно быть, это аванпост. Отсюда красные изучали руины. Моя бабушка была ученой, и поэтому они заставили ее помогать им в работе, но больше дедушка ее не видел. Из всей группы выжил лишь один офицер. Он вернулся через несколько недель после начала экспедиции. Он уверял, что ведьма заставляла их делать ужасные вещи. Я знала, что плескать ему воду в лицо не следовало, но не удержалась. Думала, ладно, денег на исследование, конечно, лишусь, но шокированная рожа министра Дятлова того стоит. Дура. Уроды из КГБ вломились ко мне той же ночью. На 5 лет в трудовой лагерь. У них даже духу не хватает называть его так. Вместо этого говорят «станция Свобода». Лицемеры. Это настоящий лагерь. Я пообещала себе, что не сломаюсь. Но взмолилась о пощаде уже через несколько дней. Я должна отсюда выбраться. Один из охранников, розовощекий парень по имени Иван, мил, но глуповат. Мне больно играть на его простодушие, но я не собираюсь гнить здесь заживо.
Мне даже не дали посмотреть на дочь. Они забрали ее сразу после родов. Я пыталась бороться, но их было слишком много, а у меня не было сил. Потом меня увезли. Разлучили с любимыми. Я оказалась в укромной долине с древними развалинами. Мне сказали, что я смогу увидеть семью, если соглашусь на них поработать. Конечно, я не поверила этим чудовищам, но все равно согласилась. У меня не было выбора. Тут растут весьма интересные цветы. Пыльца воздействуют на разум. Поэтому тюремщики отказываются покидать аванпост. Я ботаник. И они надеются, что мне удастся разработать противоядие от этой травы. Наконец-то родине пригодятся мои знания. Я киваю и улыбаюсь. Играю свою роль. Второй раз им меня не сломить. Я выживу. Ради дочери. Ради Ивана. Тут кто-то был. И недавно. На руинах что-то построено. Что видишь? Какая-то самодельная перегонная установка. Пахнет цветами. Черт! Разумеется! Она обрабатывает пыльцу. Использует ее в качестве оружия. Это не волшебство, Надя. Просто она очень умная. Но погоди. Если она обычный человек, почему пыльца на нее не действует? Видимо, научилась ей противостоять. Нужно узнать, как. Может, я смогу опустить эту бадью ближе к двери? Уже несколько недель нахожусь в этой долине, вдали от лагеря и моих близких, Ивана и дочери. Мне было поручено найти противоядие, способное справиться со странным эффектом, витающей в воздухе пыльцы. Мне кажется, я разработала подходящую формулу – экстракт семянки этого растения, печень животного, съевшего цветок и переработавшего его токсин. Производная фенотиазина. Опасения вызывает лишь последний компонент. В лагере его предостаточно. Там его используют для борьбы с насекомыми. Производная фенотиазина по своему химическому составу схожа с другими известными мне соединениями. Из него может получиться элементарное антипсихотическое средство или яд. Я приму смесь сегодня вечером. Я кое-что нашла. Заключенный написал формулу, которая может помочь справиться с эффектом пыльцы. Должно быть, ее написала бабушка. Ведьма убила ее, но она даже из могилы пытается спасти деда. Прямо как в его сказках. А, Надя... Поверь мне, Лара, вернись ко мне на советскую базу. Я помогу тебе найти все необходимое. Отправилась в долину греха в поисках деда Нади, но едва унесла оттуда ноги. Я словно увидела сказку, но сквозь разбитое грязное стекло. Папа, умом я понимаю, что все это иллюзии, но... Эхо выстрела до сих пор звенит у меня в ушах. Там происходит... Thank you.
Ладно, Надя, я вернулась на базу. С чего мне начать? Хорошо. Сначала семянки. Цветы растут где-то в пещерах, там их не очень много, плохо тебе не станет. Проблем быть не должно. С печенью все просто. Местные олени питают... цветами. Выследи одного из них и убей. И мне кажется, я знаю, где искать средства от насекомых. Дедушка научил меня читать по-русски. Я поищу в старых накладных, там должно быть написано, где они хранили химикаты. Как найду, сообщу. Хорошо. Я пока займусь другими ингредиентами. Цветы. Теперь нужны семянки. Лара, у меня тут кое-что интересное. Послушай-ка. Все еще никаких вестей от команды Браво. Они молчат с тех пор, как мы получили сигнал бедствия. Нужно бы отправить спасательную команду. Заканчивайте обход советской базы и попробуйте выследить местную девчонку. Она как-то связана с исчезновением группы Браво. И прежде чем мы пошлем туда еще людей, нужны подробности. Вас понял. Сможешь где-нибудь спрятаться? Я в одном из убежищ, а снаружи полно ловушек. В худшем случае попытаюсь удрать через тоннель, но мне еще нужно дочитать накладные. Для тебя это обычное дело, Лара? Я еще не привыкла к тому, что на меня охотится. Не думаю, что к этому можно привыкнуть. Просто не высовывайся.
этот реактив из записок бабушки. Фенотиозин. Кажется, нашла. Они хранили его на нижних уровнях медиплавилки. Они им летом термитов травили. Надя, ты уверена, что это нужный нам реактив? Да, именно его в своих записях упоминает бабушка. Хотя я не знаю, можно ли его пить. Ну, это мы скоро узнаем. Иду за ним. Советской плавилки. Я пробираюсь ко входу в шахту наверху. Можешь встретить меня там? Хорошо. Товарищи, прошу вас обратить особое внимание на это донесение. Оно касается сделанного нами невероятного открытия. На одной из глубоких разработок шахтеры пробурили проход в огромную пещеру, полную невиданных развалин и реликвий. Как ни странно, сильнее всего это открытие повлияло на рабочих, набранных из местных жителей. Они определенно знают что-то об этих развалинах. У меня стойкое ощущение, что мы стоим на пороге еще более великого открытия, поэтому мы переводим заключенных на круглосуточный режим работы.